предложить вашему вниманию одну очень быструю и очень такую интересную, красивую закусочку, которая называется мухоморы. Итак, что нам для этого потребуется? Яйца отварные 5 штук, помидорчики черри 5 штук, немножко листьев салата, немножко, буквально 30 грамм майонеза и консервированная любая рыба. Собственно, соку с добавлением масла. В данный момент у меня скумбрия. Из нее я уже выбрал заранее все позвоночники. Нам ее тоже надо совершенно немножко. Здесь буквально половинка стандартной 200-граммовой баночки. Итак, приступим к приготовлению. Берем яйца. С тупого конца аккуратненько отрезаем нижнюю часть яйца, чтобы не разломать его. И вытаскиваем оттуда весь желток. Убираем его к рыбе. Стараемся аккуратненько, чтобы яйцо не разломалось. Получается вот такая вот чашечка. Так мы поступим со всеми яйцами. Все наши желтки мы вывалили в рыбу. И теперь мы их вот так вилкой перемнем вместе с рыбой. Мне неудобно немножко на камеру это делать. Поэтому я сейчас небрежно сделаю, а потом уже доделаю, скажем так. И сюда добавим немножко майонеза, грамм 30. И все это перемешаем вот таким образом в однородную массу. Поколдовав пару минут, мы получаем вот такую вот кашицу. Теперь берем наши опустошенные яйца и аккуратненько фаршируем. Можете также добавить сюда зеленый лук, поперчить, если хотите. Мне нравится это и так. Солить я тоже не стал, так как консерва все-таки соленая. Делаем с небольшим таким бугорком, чтобы потом хорошо примять к полянке. Вот. Далее готовим саму полянку. Для полянки мы возьмем какую-либо тарелку. Блюдце, не знаю, на чем будете подавать. И вот так уложим на него листики салата. Вот такая у нас получается полянка. Теперь ставим на нее наш грибок. Раз. Точно так же мы нафаршируем и выставим все остальные яйца. Потом приступим к изготовлению шляпок для наших грибов. Грибочки на полянку установлены. Теперь поступаем следующим образом. Берем помидорку черри, вычищаем из нее все содержимое вот таким образом и укладываем нашу шляпку на гриб. После этого берем майонез, и так как у нас это мухомор, делаем маленькие точечки на шляпке. То же самое, само собой, проделаем и с остальными нашими яйцами. Вот какая быстрая, необычная и вкусная закуска у нас получилась. Она станет украшением любого стола и будет, кстати, к любому застолью. Абсолютно она понравится, наверное, все-таки самым маленьким участникам трапезы. До новых встреч, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся!